Городская больница номер 3 в Хосте 2 года назад отметила полувековой юбилей. К 50-летию здесь провели капитальный ремонт приемного отделения. Обновили и травматологическое крыло. Теперь дело за отделением терапевтическим. Здесь основные пациенты – пожилые люди. Сегодня они лечатся вот в таких условиях – свежеотремонтированных палатах. Как продвигается ремонт, оценил глава Сочи Анатолий Пахомов. Неприятные условия были, но сделали так, как для людей, чтобы как дома чувствовали себя. 5 местных бизнесменов помогли отремонтировать 4 палаты в отделении терапии. Теперь в комнатах не только яркие стены и новый пол. Душ и туалет прямо в палате. Все для удобства и быстрого выздоровления. Уже в столовой больнице Анатолий Пахомов рассказывает, что ремонт будет проходить в несколько этапов. Главная задача – он не должен мешать ежедневной работе лечебного учреждения. За счет предпринимателей, за счет основного резерва и ресурсов главного врача делаем поэтапный ремонт, чтобы не закрывать больницу. Ну, переделаем палаты, чтобы вот он показывает мне палати. Теперь не будет, правда, 6 кроватей, будет 3 кровати, но зато будет туалет, душ, это, наверное, уже немаловато. Анатолий Пахомов прошел по палатам в других отделениях и пообщался с пациентами. В целом они довольны тем, как работает больница. А лечение? Лечение. Очень внимательные врачи, медсестры и нянечки. Им без конца моют, убирают, укольчики ставят. В Хостинской больнице сегодня оказывают всю необходимую помощь и проводят высокотехнологичные операции. Но в ближайшее время здесь появится и новое оборудование. Буквально в этом году мы будем закупать новое медицинское оборудование. Я вчера как раз был в Минздраве Краснодарского края, где подтвердили всю нашу заявку. И операционное, реанимационное отделение, также травматологическое отделение будет оснащено новым оборудованием, современным, что позволит нам более уже на высоком уровне оказывать медицинскую помощь. Но по-прежнему проблемным остается вопрос заработных плат. Анатолий Пахомов в разговоре с персоналом и главврачом отмечает, зарплаты повышать просто необходимо. Только так можно удержать ценных сотрудников на рабочих местах. Персонал, конечно, это самое большое богатство. Поэтому я чуть запереживал все это. Мы это делаем в больнице, там условия, кредиторку погашаем, а можем потерять главное. Это персонал. Увеличение зарплат медперсонала, утверждает главный врач, планируется уже в ближайшие 2 месяца. Анатолий Пахомов пообещал лично за этим проследить. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.